Ежедневно перед нашей страной стоят различные вызовы. Это экономические, политические, социальные, экологические. В преддверии выборов от того, какого лидера мы изберем 26 января, зависит будущее нашей страны. Активная гражданская позиция – это значит не быть пассивным. То есть, придя на избирательный участок, мы определяем будущее нашего государства. Наверное, стоит обратиться к детству. Все-таки еще с раннего возраста я с родителями каждые выборы, будь это парламентские или президентские, мы ходили на избирательные участки. Я видел, как это проходило. Мне рассказывали, для чего это, почему важно принимать участие в выборах. Ну и сегодня, уже являясь студентом, конечно, я рассказываю в том числе и своим друзьям, коллегам о значимости выборов. Конечно, сейчас мы видим, и каждый сталкивается с потоком фейковой информации. Она есть везде. И определенные деструктивные силы, наоборот, стараются как можно больше расшатать наше общество. Центральная избирательная комиссия практически ежедневно и в телеграм-канале, и в официальных источниках в интернете публикует информацию об электоральной кампании, о этапах основных электоральной кампании, ну и, конечно, о значимости. Выбор – это определение будущего, это самое главное. Потому что только граждане Республики Беларусь, только на избирательном участке определяют будущее нашей сильной, суверенной, независимой Республики Беларусь.